Так, всем привет! Это игра Revelation. Это персонаж моей мамы. Так что, если вы общались с этим персонажем, то я его так сместил в маму. Такая: мам, мне нужно посмотреть новое обновление. Мне нужно узнать, что это за дом. Мы будем сейчас проходить квест на дом и купим его. Посмотрим, какой функционал он имеет. Так. Она играет за мага. 75 уровень, только сегодня взяла. Я долго сторожила, чтобы прогнать ее. Такс. Такс, а куда бежать-то? Телепорт, а потом. Угу. Скорее. Да. А может, Суа? А вот дома, что-то с домами связано. Ну и все, они что-то сыроешь какие-то навряд ли. И что-то там. Так что Суан нет, Суан не будет. Да? АПТС. Окей. Сейчас самое главное от этих одеваться. Крылья не истрепались. О. Все равно приземляется тур. Все. Эй, ресурс тратить. Так, я играю на минималках, надо вот этим летом буду обновлять запчасти от компьютера, будем видеокарту новую покупать, будем покупать оперативку, скорее, если материнская плата не потянет, будем материнскую плату докупать, короче, юмора полно. Так. Я немного потерялась, этот мост выглядит как крыша какого-то здания. А, нет, да, вот в Суане. Вот оно. Тоже риэлтор домов есть. Вот мне нравится то, что есть питомцы с этим, которые еще могут летать, но мне не нравится то, что у друидов это какой-то сон. Серьезно. Ну, сделали там летучую рыбу или что-то подобное. Что происходит? Ага, подвисли. Окей. Что? Что? Что не так? Меня любит игры. Это все? Нет? Крылья, что ли? Что не так? Ага, классно. Ты сталкивалась с этой проблемой? Нет, вообще нет. Мы просто телепортируемся в какую-нибудь точку, вот в эту, к примеру. Потому что я владею магией застревать в играх. Это мой прирожденный дар. Я в этой игре всегда застреваю. Неважно, где это. Я застряну. Чего бы мне это не стоило, это как вызов. Хотя я думаю, многие в этой игре застревали. Тут же полно таких невидимых стен. Такие, вроде бы, ты можешь спокойно пройти. Но нет, тут оказывается невидимая стена.
И все, что ты пытался до этого сделать, ничто. Она непробиваема. Так, где он? А, автопоезд. Привет. Вот миленькая такая. Ага. Здравствуйте, здравствуйте. Только сегодня и только сейчас уникальный шанс получить свой собственный уголок. Награда — мой первый дом. В новом доме госпожи Марисы мы между собой называем его гостиницей тысячи этажей. Места хватит всем. Чтобы найти туда дорогу, поговори с кнотом по имени Муф, бархатный нос. И чё, использовать? А чё вещей так много? Так, свидетельство о собственности. Этот документ необходим для покупки дома, тумбы в деревенском стиле. Навечно. Вот мне в районе не нравилось то, что предметы мебели нашли на какое-то время. То есть я об этом не знала, я запихала туда одежду, на которую очень долго копила. И сундук пропал со всей этой одеждой. Ой, сколько обиды было. Горчичный ковролин, фонарик желудь, деревянный табурет, кровать, контракт с помощницей по крыльям. Вы можете обращаться к ней раз в день, чтобы повышать опыт использования крыльев. И контракт с помощницей по скакуна, повышать опыт использования скакуна. Ага. Ой. Ладно, пофиг. Во. О, привет, ты тут близко. Нет ничего лучше дома, верно я говорю? О, то есть все? Это весь квест на... А почему у меня в моем доме чужие люди? Это ли... Или это еще не мой дом? Нет, это мой дом. Мне нравится, тут слишком много мебели. Я знаю то, что если мы сейчас свой дом купим, там не будет столько много мебели. О, товар для дома. Что тут есть? Конверт с чеками, чтобы на покупку мебели. Так, декор. Ковер, желудь, вот это, кровать, мебель. Ой, какая прелесть. А тут есть свадьбы? Да. О. А можно это функционал пропы сюда? Платные интерактивы, прочее. Добро пожаловать, купить квартиру. Погоди, нет, стоп. А ты что мне дашь? Что ты мне предложишь? Куда желаете отправиться? Нет, это значит кому-то. Так, с чем я могу помочь? Купить квартиру. Какую хочешь комнату? Я не знаю, в чем их разница. Красненькая, оранжевенькая, желтенькая, зелененькая, голубенькая, синенькая, фиолетенькая, черненькая, беленькая. Хорошо, фиолетенькая. Вот, у нас все есть. Эта комната уже занята, что? Такс, ага. Угу. 185 этажей. А что, все занято? Тутро. Во! 185 этаж свободен. А что, реально? То есть все остальные заняты? Ладно, мам, ты будешь жить на 185 этаже. У тебя будет прекрасный вид. Какой ты будешь? Есть! Зайди в дом.
Как это так огромное количество? Что происходит? Так, окей, мы здесь. Угу. Миленько. Как раз ширить. Так, с мебель. О, мы... Тумба. О, тут хорошее это. Можно поставить хорошо. Так, ну вот тут будет стоять кровать. Погоди. Кровать. Я кровать хочу с первым делом поставить. Угу. Так как тебя покрутить? А, во! Вот это? Угу. Что-то пошло не так. А, поставить щелчок, выбрать другой объект, тап. О, такс. Поворот. Во, мышкой. Вот так вот. Вращение шифта во время помощи. Он так медленный, как это замедлить? Вращение. Так, тумбочка, тумбочка. То есть вот так тумбочка, она будет как гардеробная. О. Так, вот. Я чувствую себя, как будто я в Sims. Я просто недавно в Sims играла. Опа! Неожиданно. Ну, это будет что-то типа в центре комнаты. Тут будет стол для гостей. А, да, я даже поднялась немного. Это... Ага. Б. Да, Б инвентарь. Какие маленькие стульчики по сравнению с королем. Классненько. Мы будем есть за невидимым столом. Все просто это предусмотрено. Вы ничего не понимаете. И фонарик. А, он сверху, да? Ой, какой он большой. Тут так, по центру тут есть. Фонарь огромный. Так что он будет здесь? Будет перед сном только сидеть. Будем ставить или раз уж тут... Такс. Ой, здравствуйте. Ой. Персональная Ольга дома. Ой, какие вещи можно делать. А, так, куда бы тебе поставить? Ну вот ты будешь ставить здесь, да? А вторая вот здесь. Просто это выглядит как проход в другую комнату. Вон такие. Хозяин, ты дома. Добро пожаловать, хозяин. Ой, вот. А вот его. А у парней парни или тоже девушки? А можно выбрать пол? Как-то нельзя. Так. Мы можем посидеть. Окей. Погоди. Дайте встать, дайте встать. Так, окей, на этом посидели. На этом. Не то, нет, вы меня не понимаете. Надо по-другому. Нужно сделать вот так. Кажется, так, да? Вот так вот. И теперь мы будем смотреть друг на друга. За невидимым столом сидеть такие. Поспать. О, это правда? Можно покрутиться. Офигеть. А, и можно посидеть.
вот это вот впервые встречаешь, что можно покрутиться, пока спишь. Вот, вот это продуманность. Вот. А тогда я этого не ожидала. Такой, я устала. Позвольте ваши крылья. Я помогу вам их улучшить. Повысить? Спасибо, ты ничего не делаешь, бесполезно. Уходи за скользь. О, вот, а вот черный заплёк. Использование плюс 30. Приятненько. Так. И сколько это длится? Ага, серьезно? Так мало. Я надеюсь, сейчас мы начнем делать кустные дома. Это займет 40-30 минут. Открою. Интер. У нас нет больше ничего. А что ты тогда кликаешь? Письмо какое-то с северным волком. А, открою. Да, сейчас надо найти как. Нет. Даже. Вон вверху, где часы, где здесь. О, на этаж. Здрасте. Ой. Опа. Опа, давай-ка, здравствуйте. О, мы вовремя заселились. Давайте в гости. Привет! Где твоя мебель? Или это просто из-за поставлено, типа, вот так выглядит хозяйка? Не, ну так неинтересно. Сейчас проверим нашу теорию. О, нам сюда. Ты видела? Кто? Вот я до этого не догадалась поставить их, типа, кровать. У кровати, типа. Ты можешь выбрать. Ты видела имя? Видела имя хозяина квартиры этой? Извращенец. Мне нравится. У нас сосед извращенец. Вот прям наши соседи. Это Кеннет и ЗПП. Вот что это? О, приветики. Ну, отреагируй на меня. Ой, нет, нет. Я напротив живу. Ты это заходи, если что. Ой, на меня отреагировали, какая приятность. Я пошла. Ну вот, видишь, время мне нравятся наши соседи. Один саги, второй извращенец. Надо как-нибудь заведаться в кости. Просто не смотрите на меня, вы доказаны, идите в угол. Тут тоже немного расставили. Да, я сейчас куплю все. За это там на вколе можно купить мебель. Там можно купить чеки. Можно купить чеки. Проект домой. Ты можешь посмотреть. Блин. О, давай, аристократки, привет. Ой, как-то все белое. Аж глазки заболели. Можешь совсем понажимать, вот видишь, взаимодействие. А, фонарики. Ой, как-то глазки болят. Это душ, это ванна? Это спальня. Блин. Место сидеть на кровати можно выбрать. Господи, я рада, можно, там можно втроем спать. Я тут жить.
Да, это тут не должно пасть. Это мы плаваем в ванне, а они какие-то странные. Блин, классно, но это... Это ж... Кнот. У аристократа кем были? Тут пусто, что тут? Тут ничего, ясно. Комната Кнота. Ладно, что у этих мелких? Такому мелкому существу такая большая кровать, слушай, делись. Тебе она не нужна, у меня там есть поменьше, я тебе отдам. Ой, как много растений. Я, конечно, люблю, но не так много. Аллергия же будет. Как уйти? Тут странно нет выхода, то есть тут, это не продумано. Выпасть дверку какую-нибудь. О, домик феи. Хочу. Знаете, как она выглядит. То есть, как-то не пахнет. Я не знаю. А тут было поместилище каких-нибудь тематических мыслей, типа феечку и прочее, кноту, покой кноту. Дом фамерский, танцовщиц. Блин, там должно быть таких синеньких, голубеньких тонов, да? Да, синеньких, голубеньких тонов. Какая прелесть. Вот, вот подушечки. Нет. О, я же говорю синенький, что-то должно быть синенькое. Ой, мне нравятся эти танцовщики. Танцовщицы. Вообще мне нравятся эти столы. Ой, сколько не будет. Но мы устроим в стиле какого-нибудь мага. Чем стреляет весной. Дом, да? Квартира, домик лисички. Ой, вот вот три эти надо обязательно поместить. Забудьте, о чем я говорю. Я вот когда докачаю своего персонажа, я хочу домик лисички. О, какая прелесть. Мне так нравится. Я просто не знаю, друид там что подойдет. Но я посмотрю, что поделают другие, но тут, блин, да, его обновляют, тут первый день. Квартира профессора. Вот если там не будет пробирок, я не знаю, я обижусь. Опа. Привет. Дом экскурсии. Нет, ну это не дом профессора, это как-то слишком мирно, это не совсем то. Ну блин, игра. Игра неинтересна. И что у нас так не посмотрели? И номер в бегущей волне, то есть стандартный такой номер, как он должен выглядеть при покупке номера. Ага. Ой, так можно? Нет, нельзя, это... Плюки. Такой, типа, стандартный, кажется, но все равно шикарный. То есть я купила квартиру, без мебели, заплатила 10 тысяч. Сколько стоит снять номер? Наверняка стоит своих денег. Да, школу. Давай, покажи мне, что жительницы дома нет. Проекты домов нет. А, ой, там надо на второй этаж сходить. Хотели дома. Появилось 185 этаж. У нас... О, да, они увеличиваются. Этажи увеличиваются. Прикольно. 1000 этажей это лимит? О, то... Хочешь прикол? Обидка. Что это? Увеличить площадь дома. Увеличение дома. Вот серьезно. Должны быть квесты на эти чеки. Потому что вот ты задолбаешься покопить. Он застрял в текстурах. Все равно мало.
А где они показываются? Вехи ремесо. Где обычно? Бронзовые перья. Должна была появиться вообще отдельная штучка, но ее не сделали. Опа. Так, нам бы стол. Книга слиток. Чтобы ставить чайник, нам нужен стол. О, мебель. Во. Мы купим стол завтра, послезавтра. Так, 400. Ой-ой-ой, как все дорого. О, мы можем купить стол. Хочешь квадратный или прямоугольный? Квадратный? Купить. Все равно одни сидеть будем. Нам никто не нужен. Ой, нет. Слушай, здравствуй. Отправь меня на мой этаж. Эх, глаза радуются. Первым, что ты видишь на этаже, извращенца. И он такой стоит. Пожалуйста, подождите. Нет, давай тебе по центру вот так прям. Так. И вот так. Теперь, чтобы вы ровненько были. Ну да, пофиг. Ровненько только в Африке бывает. Или где-нибудь. Но не у нас. Это никогда не... О, я вылезла. По-моему, это никогда не изменится. Я продолжу косячить и буду косячить всегда. Этажи увеличиваются. А поскольку NPC говорил, то, что называют это гостиница 1000 этажей, возможно, тут лимит 1000 этажей. Возможно, я ничего не обещаю. Умножаем на 9, в итоге 9000 квартир. Игроков точно больше. Они должны быть... Там точно не может быть 1000. А можно ли других закрыть свой дом? А то ходят тут всякие, пользуются моими штуками. Вот приходишь ты домой, уставший после рейда на сложного босса, хочешь завалиться в кровать, а там лежит кто-то. Какой-то извращенец. И лапает твою хорьку и другую девушку. И такой, ну здравствуй, ты хоть поесть купил? А он такой, нет, но я все съел. Ключи раздаваться, то есть заходить смогут только... А, только те, у кого ключи есть. Да. Ой, хорошо-то как. Да, а пока ходят всякие, как я. Кстати, на второй этаж не ходили. Продавец, вам помочь? Давай. Ничего. Давай. У тебя костюм прикольный. А, это, наверное, еще не доработано, потому что видишь, тут что-то должно быть. Печать не активирована. И вон там продавец. Вам помочь? Давай. Тут, наверное, какие-нибудь товары будут.
наверное, прилавок с чем-нибудь таким прикольным, редким и жутко дорогим. Я уверена, вот я сейчас открою это донат-шоп, и там будут чеки. Потому что донат. Потому что моя ру. А ты посмотри, подожди. Куда? А кого смотреть, какие, какие комнаты? А. Вот у него. Ой, нет, не у него. Привет, вот у тебя. Вот. Смотрим. О, вот уровень 2 у кого-то интерьер. Да. Давай зайдем. Ну, она впереди, да. Тьяно. Тайно. Тайно волн. Что у тебя? Такс, у него кровать, такс, тумбочка, опа, а это что? Это... Помнишь, там по каким-то вещам можно получить такие, стол какой-то можно. О, тебе купили. Можно за какой-то квест, за, кажется, убийство 1000 мелких животинок, можно получить какую-то штуку. Ага, может, это мебель? Она у меня уже кончилась. Что это? Это был склад перед этажом. Блин, обидно. Тайна. О, тайна. Ширма нежный бутон. Он уже занавески повесил, у нас уже нету. У нас нету занавески? Нет. Ой, как все плохо, поможет покрыть. А нет. Кстати, можешь смотреть, видишь, что у тебя там зажимает эту кнопку. Ну, я ее и зажимаю. Альт. Ага. Ну ладно, это есть. Это он купил за 100 монет. А вот это вот. Ну. Откуда ширма? И он такой, не в сети. На этаж. Сейчас у кого-то еще второй этаж, до второго уровня. Ага, на аукционе? Не на аукционе, а на шопе. Ага. И шоп посмотри, может, что будет. Ух ты, а вот и дерево. Я говорю, что-то тут не ладно. Я... Да ладно, да не. Такс, я привыкла зажимать. Погоди. Что тут вообще есть? Где? Разный транспорт, костюм расходный. Хит? В хиту ничего. Где новинки? Это ж понятно. Хит. Расходный. О! А, вон были новинки, ну да ладно. Лучше. Что? Это шматьё. Это то, что покупали люди, что это. Не, просто перестать. Разумные берут. Говорю, сейчас на рынке посмотрим, может, квесты какие есть. Но не может быть, чтобы на это не было квеста. О, надо, кстати, посмотреть квесты. Или ты пофиг? Пофиг на все, пофиг. Вот большие бомбы, ничего не значит. Вот, доступно. Не. Такс, нет. Нет. Ой, машины эти, блин, задолбали людям. Эти всяких ездят, сбивают людей. Что-то мне доступно только один квест. Два. Еще вот этот. А что, было больше? Конечно.
мам, это пока только ввели обновление, сейчас столько косяков. Ага, я вижу, взяла штрафную на Алекс. О, кстати, насчет косяков, я уже маме рассказывала, сейчас вам расскажу. Сегодня, когда мама бегала, собирала камушки, звезды, кажется, или как их там, чувака убили, и он воскреситься не мог. Вообще ничего не горело. Да, ни заклинание друида, ни воскрешение портала, ничего. Пришлось перезаходить. Баги, здравствуйте. Вы с нами? Такс. Цветов этих нету. Шермы этой тоже нету. Значит, это за что-то. Еще есть. Давай, покажи мне. Точно! Угу. Они вполне могли быстренько такие. Нет, этого нету, этого нет. Вот, орхидея в горшке была у человека. Вот бамбук в горшке был у человека. Ланса не видела. Все, поняла, чё. О, блин, ради этого можно в крафт удариться. Блин, все понятно. О, все эти ресурсы ты задолбаешься искать. Вот это, ага, на этот. Тут легко, легко, легко. Тут легко, нет, вот это мало. Ой, он не вер, покажи мне. Ой, нет, это фаунерская чука. О, тебе журавля нужно. Лучше. Нет. 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 Вот он. Сидячая ягода тяжело найти? Нет. А что там еще? Че? Цемент и нефрит. Нефрит. Я могу добывать, но я его не находила. Цемент, кажется, сделается. Алхимия опять. О, надо еще с этим обновлением сбросили все, что вы вкачали в книгу ремесел. Так что не забудьте, пожалуйста, заново прокачать использование склада. Мы уже наткнулись на эту проблему. Такие, оп, что это случилось? Вот еще такое. О, прикольненько. Вот эта курильница. Вот. Как я могу делать амбру? А это ее покупать надо. О, светильники. Габаритная? Что такое габаритная? Это штуки. Прикольно. Угу. Они просто крафтеры. Все с ними ясно. Вот камеры. Прикольно. Что, блин? Вот интересно, в кулинарии что есть? Да, навряд ли. Хотя, возможно. Да, там блюда всякие какие-нибудь бывают. Нет. Нет. Тут нет. Жалко. Вот поставить на стол какое-нибудь блюдо было бы неплохо. Вот, сейчас покажу. Я не видела, что она прокачала. Ну вот, самое нужное — это склад. Гардероб, ресурсы. Честно, вообще, ну вот самое нужное. Первую очередь, что нужно. Угу. А то. А там сумма, склад. Ну вот самое нужное, они могли бы не сбрасывать, то есть. Ну, вот это. Уже не все, да. Тупенько как-то. Они разве была был девятый том? Не помню. Не помню. А что-то ремесленных баллов так мало. Я всегда думала, то, что они их всегда будет идти соразмерно с тем количеством, что можно было все открыть. Тут выбирать придется. Как-то плохо. Ой, прикольно. Да, тут, наверное, поэтому есть квест, ласки скидывают.
Ты либо кузнец, либо повар, либо портной. О, скорее всего, на аукционе что-то мебельное появилось. Тут есть быстрый доступ к аукциону? Где сумка? Сумка. Угу. Сейчас посмотрим, есть что на аукционе. Журнал мод. Всякая всячина. Вот чего-чего, а вот всякую всячину я не ждала. Так, садик. Ой, как дорого. Да, да, дорого. Дворецкий подсвечник, бонсай. Резной стол. Ширма. А нету чего-нибудь миленького? То есть ни стулья, ни бонсай. И ни свечи. Ты хочешь меня обанкротить? Я не буду ничего покупать. Ты чё? Меня жаб задушит. Да за 140 я сама сделаю. Не так уж некоторые вещи. Вот знаешь, в чем проблема? У тебя уровень маленький. Чего? А ты не сможешь создать. Да, мне прокачать долго, что ли? Да. Некоторые вещи я могу еще и создать. Вот слушай, тебе нужна статуэтка, я тебе сразу сказала, тебе нужна статуэтка вот этого журавля, делай её. Yeah. Ты магичка, тебе нужна статуэтка журавля. Да, везде журавли, напихай, да, одного мало. Ну что, мало. Ну двух. Журавли на пенсии получится, болото сделать. Да-да-да-да. И кушачий такой, большую лоханку, и вокруг журавлей понаставить. Ещё домашние питомцы же есть. Да, будут варить. Вот, крокодилы туда. Там же на болоте, я насколько помню, в этой игре крокодилы выводятся. Вот да, крокодилы да. Туда. Типа, ну что, привет. Мы с тобой давно не виделись. Ой. Сейчас пойдем к себе домой. И на этом закончим. Я была... Единственное шокирующее, вот, было... неожиданно. Ну, восточный стиль я ожидала. Ой, какой... Да, восток, восток. И... неожиданно было то, что можно крутиться на кровати. Вот. Туда-сюда. Покрутиться на кровати. И еще было неожиданно для меня то, что на больших кроватях можно помимо центра, можно прилечь налево и направо. То есть можно такое в троечко полежать, поспать. Это классно. Освободить место. Выберите игрока. Освободить. Сама себя прогнала. Классно. Замечательно. Ты не заслуживаешь места на моей кровати, я. Вот. Сместить это куда-нибудь, где это не будет мешаться. Отсюда. И довольно-таки... Но я хочу большего, я хочу чего-нибудь подпихать, если что, засорить всю это... квартиру. Ну, всё в этом, в процессе, в аренде. Ну, в процессе, ну, блин, где ты? Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.